Доброе утро. Сегодня у нас шестой день отпуска. Он потихонечку заканчивается. Даже не потихонечку, а быстро. Сейчас у нас 21 градус, эти солнышко, жуткий ветер на улице. И меня ждет еще куча перестановки. Не перестановки, а перебора вещей. Как всегда, все с космосом присутствует. Вчера лягла спать, ничего не ела больше. Ночь более-менее спокойно пришла, слава богу. Весь день тоже будет такой же. Сейчас доделаю вчерашний ложек, перекушу и вперед. Встала я сегодня специально раньше, чтобы мне было больше времени. Сегодня вечером тренировочка еще у меня. И я еще скажу вам первое впечатление после перестановки. Непривычно. Непривычно. Мозг в шоке. Потому что шкаф очень долго стоял в этом углу, просто годами. Всю жизнь там стоял. Сейчас мы его переставили сюда. И так вообще как-то интересно. Еще классно, что мы переставили все в эту сторону. Вот эту. Потому что я могу снимать видео, в эту сторону будет красивый фон. Так вот. Сделала себе завтрак. Вот столько времени у нас. Три или в четыре с подружкой решили еще встретиться перед тренировкой. И загрузила для вас новый вложик. И мне кажется, я какой-то вложик потеряла. Я его уже не найду, поэтому будет так. Сейчас поем и буду дальше заниматься. Сижу, кушаю и включила свой старый вложик, где я ходила стричься, а потом меня накрыло. Я до сих пор помню, почему меня накрыло. Апатия, потому что мы с Сашей поссорились в тот момент. И я, когда смотрю свои старые вложики, я мотивируюсь. Не знаю, почему мне так интересно и хочется снимать еще. Не другие чьи-то влоги, именно свои. Прям молодец такая. Перебирая полку, нашла свои очки, вытянула отсюда линзы. Осталась одна оправа. Вот тут думаю, может, пускай будет по приколу, потому что оправа прикольная. Необычно так. Итого, комод я уже убрала. Тут уже чистенько, аккуратненько. Даже покажу вам немножко. Как у меня тут все. Здесь нижнее белье. Тут танцевальное, спортивное. И такое все. Остальное. Еще надо будет вот это выставить на Улыксе, продать. Линзы ненужные, раствор для линз, контейнеры. Вот эту хрень я покупала. Зачем она мне надо была? Какие-то импульсивные покупки. Вот эти картины. Ну. Не знаю, попробую выставить, может, кому понадобится, заберут. Сейчас доубираю шкаф и буду убирать в этих полочках. Ну что, девочки, в принципе, я закончила, там мусор только выкинуть надо будет. Такое эхо по комнате, надо привыкнуть, конечно, к этому. Здесь пока мне не нравится, но пусть пока так постоит. Это я продам. И тут тоже вот это я все на продажу выставлю. А пустые баночки в ТикТок я отложила, те, что хочу снять. Вот такая у меня получилась комната. Теперь намного лучше. У меня так болят глаза из-за того, что я мало спала. Сейчас, наверное, лягу, посплю часик и потом буду собираться в город. Проснулась я, девочки, мальчики. Запостила это все на Оликс, это чтобы продать. Из Украины, кто меня смотрит, может, кому нужно, контактные линзы я продаю. Вот такие для астигматизма. Три таких линзочки с такими показателями, и две таких. Продаю набор целый контейнеров для линз. Растворчик маленький, большой раствор, и в подарок упаковочка, где это все хранить. Если
надо, пишите, договоримся. Я уже собралась. Лосинчики надела, такую кофточку, типа патриотическую. Собрала свой рюкзачок, спортзальчик. Такая красунька сегодня буду. Вот. Жду сейчас. Всем буду выходить, идти навстречу подружке. Мы с ней ходим в спортзал. Сегодня у нас будут ноги. Будем качать ноги. Я уже вышла. Иду на спортик. И ко мне пришла мысль о том, что, знаете, я задолбалась писать влоги. Я реально устала. Все-таки тот формат, который у меня был, когда я снимала, когда было что-то интересное, мне нравится больше. Но тем не менее, раз приглась, то надо снимать. Сейчас так быстро темнеет уже. Сейчас у нас начало 8-го. Все тут точнее 20 минут. На улице уже достаточно темно. К сожалению. Но еще тепло. Я так легненько одета. Мне хорошо. Вот. Сейчас позанимаемся и чуть позже решили с подружкой еще встретиться, увидеться, пообщаться. Потому что завтра мы хотим пойти в церковь. Да. Ладно, пошла я. Зашла в магазин, купила себе молоко вот такое овсяное и бегу домой. Почти в кромешной тьме со вспышечкой. Вот такой у меня сегодня был день. Хорошо позанимались сегодня. Сейчас подружка успела встретиться. Сейчас приду, перекушу и буду монтировать влог на завтра.